Смотрите в будильнике. Секреты профессиональной фотографии с Сергеем Володиным и Алексеем Великановым в рубрике «Фотодиалог». Эта девушка имеет такую огромную шапку из листвы. Здесь как бы вот такая фишка была. Всемирный день туризма в будильнике. Самые необыкновенные места Липецкой области. Главный герой праздника, конечно же, чай. Разливают из настоящих русских самоваров. Вкусов – букет. У каждого поселения свои секреты чайной церемонии. Знать свои права и уметь ими пользоваться. Повышаем юридическую грамотность в рубрике «Советы юриста». При отказе потребителя от товара продавец обязан возвратить ему все денежные средства в течение 10 дней с момента получения требования о возврате денежных средств. Все это и не только уже сегодня в «Будильнике».